В Химках состоялся 10-й юбилейный турнир среди хоккеистов-любителей. Местом встречи стала ледовая площадка в учебно-тренировочном центре «Новогорск». 4 команды скрестили клюшки в борьбе за кубок. Среди них дебютанты турнира – команда «Водоканал». Сегодня это кубок на призы администрации проходит при поддержке главы нашего округа Дмитрия Волошина. Поэтому у нас здесь задача, значит, максимально проявить себя командой, максимально отдаться любимому делу, значит, ну и проявить характер. После напряженной борьбы «Водоканалу» удалось вырвать победу у противников. Позади остались команды «Пингвин», «Леруа Мерлен» и «Альянс». Турнир среди команд-любителей проводят ежегодно при поддержке Управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации округа, а также Академии развития хоккея.